Давай, Серега. А я поставил 5 сиреноголовых. Давай проверим, сможешь ты убить их или нет. Все, 3, 2, 1. Бабах. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King and Fire, Данил Топ, Серега, Винодел, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Здравствуйте. Всем привет. Сегодня мы будем тестировать оружие, потому что вы написали очень много комментариев, мы хотим. И поэтому сегодня тестируем оружие на монстров Хендерсона. Я их уже поставил внутри в школе. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Кто-то взял топор, ты что, вообще неадекватный? Стой, я Серега. Я завалю. Сейчас, а вот так вот. Все, закрывай двери, не заходи, закрывай двери, закрывай. Все, все, стоим, ждем. Они двери открывают, кстати. Разве? Да. О, блин, вали! Ого, они стреляют, ты видел, что они делают посохами смерти? Капец. Нагибаем, ребята, просто нагибаем. Убил, представляете, убил. Нет, не убил. Ого. Это реально они такие мощные взрывы делают? Да. Ах ты, блин. Я таких в Челябинске видел. Когда метеорит падал. Да. Да блин, она меня схватила за голову и убила. Так, берем еще другую. Ого, она жахает. Не, ну в этом есть прикол. Чтоб мы, ребята, не расслаблялись. Всегда будь готов. А чем ближе, короче, не, она это менее, ну, взрыв делает такой болезненный. Блин, она двери открыла. Прощайте. А прощайте. Блин, она психичка. Она меня через стенку убила. В этом и есть смысл, чтобы нам было тяжело их убивать. Я иду на улицу, лучше на улице воевать. Она... Вон, вон, целимся. Сзади, сзади. А! Короче, если вы отдаляетесь, она берет подстав и взрывает. Начинает фигачить, да? Да. Давайте хоть одну убьем или что? Давай. Потому что мы тогда делали стычку между ними, они умираются. Ого, она мне откинула. Димас. Димас, нет. Да блин, это нереально. Пацаны, беру миниган. Да отвали, чё она такая жесткая? Ай-яй-яй, они меня взрывают, сколько их тут школы. Я текаю. Ой, блин, она. Ух ты, ребята, это какие-то жесткие монстры Хендерсона. Я беру снайперку. Вы хоть одна убили чили пиздриху? Нет, они жесткие. Ну, они убиваются. У них, наверное, по полмиллиона жизни просто. Так, а где все? Я бегу. Ё-моё, она меня опять ножиком зарезала. Серега, она, ты ей понравился. А можно свой джебей собрать? А чё, Димас, так, пакет на голову и красавица. Да ну блин, они не убиваются. Ой, арбалет взял. А ну, Серега, может админским пистолетом проверять, а может они не убиваются? Сейчас проверю. То что-то я высадил в них миллион пуль, а ну-ка одну жахну. Где ты? Я иду за тобою. Они все убежали, как ты админский. Да-да-да, думают, ну нафиг. Да, Серега, убиваются. Убиваются. Так что, да, достаем мощные оружки, начинаем их нагибать. Ах ты! Ой, блин, не то взял оружие. Вот. Да что это за бред, она так фигачит. Ой, это на потом. Да-да-да, я знаю, в конце ролика, когда вылетает Гаррисмод. Да-да-да, на рабочий стол у дяди Димки. Почему их не можем убить? Миниган! Они живут. Ты. Да что ж такое-то, а? Они через стену могут убить. Да, они... Ой, она меня увидела. Да слышь, отвали, морда вонючая. Да ты смотри, я их боюсь. Ого, они тут в комнате набежали на меня. Хо-хо-хо, их тут. Прощайте, прощайте все. Я убил одну. А нет, это вы сдохли. Серега. Как вы думаете, сколько у них жизни? Полмиллиона, да, наверное? Сотни тысяч. Ну ничего, сейчас мы начнем их нагибать. Одну, вторую, и все-таки мы их выиграем. Я хотел больше монстров наставить. Да, нет, и так не получится. Я их с гранатомет фигачу. Давай, давай. Да какой дебил, я.
Они не убиваются! Да блин! Снайперка. А ты, блин, полчаса рассматривает это вонючее оружие. О, батут, она сюда не залез. Да ты смотри, она реально не дает мне убежать. О, нет. Чего? Сиреноголовый, он же классный. Смотрите, как он классный. Оружка. Он скромный. На, сейчас мы будем с СМГ фигачить. По жопе, пацаны. Смотрите, как искры идут. Ладно, его топориком. А че он застрял? О, нет. О, схватил нашего. Нет. Давай, заряжайся, заряжайся. Прикольно от него отлетают пули. Смотрите, как снежный какой-то челик. На, эмочка. Нифига. Ну мы его сейчас зажмем все-таки. Давай, а ну, можно накрутить лучше или нет? Давай, с базуки, со всего, что у нас есть. О, даже красный прицел вижу, кто-то стреляет с РПГшки. Мы его не отпустим. Это жесть, вот сейчас его кентафурик придет. Убили! А вот такой, смотрите, какой есть. Ля крыса. Серега, ты молодец. Бегает. Ну да, как это так? Жопой вперед? Ну, да. Жопой просто шел назад, как Майкл Джексон. Стрелой. Ой, прикольно через прицел так смотреть. А ну-ка. Ай, надо зарядить. А ну-ка. Подойду. Я так не понимаю, стрелы долетают или нет? Нет. О, схватил Сережку! Не меня, я схватил. Живой, я живой. Я дистанцию соблюдаю. Не, монстров Хендерсона веселее весь мочить. Они прикольнее. Да. На, еще где? Одного. Фонароголовый пришел. Где? А че он стоит на месте? Хорошо, давайте поставим. Еще одного. Пошел, нет, пошел. Они задом бегают, это очень странно. Ну-ка. Так, мне с этого пака больше нравится оружка. Да, Underhell. О, если я возьму палку и палкой побью его? А, нет, я уже передумал. Ты его во мне заспавнил. Сейчас мы его немножечко... Он сам так подошел. Во-во-во, пошел, смотри, что делает. Они сами как-то странно себя ведут, потому что, может, навигационная сетка не прописана. Ой, классная оружечка. Мочим, мочим. Серега, с чего ты тогда убил их? А, мини-ган. Давай, нагибай их. Здравствуйте. А, ну-ка, дрободаш. А у этих кто-то похоже на звук. Ого, наш атлас двигается. Ладно, полетели. Давай, покажи, на что ты способен. А, самоубийство сделал или что? Да. А я попробую топориком лупануть его. А ну-ка. Он тебя съест, не надо. Не надо, да? Он тебя сожрет. Сожрет. Ах ты жопа. О, Серега, да с чего ты их мочишь? Миниган. Я тоже тогда буду миниган. Ребята, погнали. Нагибаторы 2.1 пришли. Нормально, мне нравится. Кишки из жопы идут. Плохо, что застреют. Сейчас мы других сиреноголовых поставим. У нас их много. Сейчас мы этого замочим. И другого возьмем. О, что-то двигается немножко. Убил. Так, Серега, сейчас я поставлю, которые не должны застревать. Фонароголовых давай или... На, паук тебе. Арахнофобия, паук. Не? Не болеешь? На тебе. Сожрала. Смотри, смотри, какой мощный паук. Топором его. А ну иди с эти лапы подтрубывай. По жопе тебе надаю. О, я его ударил пару раз топором, но это не сработало. Ты меня топором долбанул. Да. Такие в челябинских туалетах обитают. Нифига себе. Туалетные жуки челябинские. Это черная вдова. Нифига себе. Так, пока она там всех мочит. Гранатомет возьмем. Я надеюсь, что гранатомет все-таки накажет. Этого чучелу. Где он? Вижу. Да ты меня убил. Да блин, да. Бывает, не хотел, не хотел. Давай еще раз дробаша возьмем все-таки. Хорошо, лупашек. Давайте по лапам стрелять, может по лапам надо?
Нет, 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 давайте миниганчик. Ого, мы его фигачим. Ой, извините, масло. Ничего, 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 нормально, мне нравится. Убили. А кто убил? Данил Топ, молодец. Да. Хороший этот был монстр, мне понравился. Такой более интересный, потому что хорошо двигается. Еще это, укутал в паутину своих жертв. Сейчас. О, привет, головожоп. Сейчас вам приведу. Один. Сейчас я их веду за собой. Сейчас вы их увидите. Ждем. Еще одного. Да, идите, возле горки меня ждите, я сейчас приду. А вот ты. Где они? Да блин, я бегу. Ай, блин, я бегу. Ого, он хватает челиков, прикольно. На батут они нас там не достанут. Погнали, пацаны, все на батут. А я никого там не видел, мне невидимые. Да? Да. Ну, значит, будешь умирать. Он сюда идет! Там быстрее! Эх! О! Отлично! Я завалил! Молодец! Красава! Они залазят на батут! Им насрать! А, блин! Я убил! Красава, Серега! Да ну отвали ты! Убил. Красавчики, пацаны, молодцы! Может что-то по-гигантское вам? Хотите большое я вам поставлю? Ну, наверное, давай. На этой карте не влезет он. Да пофиг. Ой. Да, он не появляется. Он просто не влазит на этой карте. О, Серега, ты помнишь эту девочку-убийцу с ножичком? О, это девочка йо-йо. Да, готовьтесь. Она будет вас сейчас ножичком она... чикать. А я еще сам ножичком. Это же, мы тестим оружие или просто убегаем от них, потому что они какие-то неадекватные. И то, и другое. Но оружка классная, классно сделано, качественно все. Так, РПГшку рассмотрел, давай фигачить. Я ей бомбардировку устроил. Ай, блин. Ой, Серега, совпадение. Я взлетел еще. А, блин, она за мной бежит. А, не спрыгивать не любят. Она... А, она ТП-хается. Да-да-да, на ТП хотел. Она за спину ТП-хнулась и замочила меня. Ну, подлюка. А если я буду просто стоять? Ну, прощай, Димка, конечно. Веном сегодня я уже не такой, как раньше. Она позади тебя ТП-хается. А! Она меня зарезала. Это жопа, отвали от меня, я ее боюсь. На она тебе. По голове буду вот так, и кровавый понос из башки. Топориком, это топориком. Ай. Чикает нормально. Давай, 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 Серега. Есть. Отлично, хоть кого-то убил сегодня. И кровавый понос и это делаем. Я сейчас все убью. Наконец-то. Блин, я их больше ставить не буду, они кончены. Я их боюсь. Она сильно быстро. В ночных кошмарах. Ой, это сильно большой, мы его не убьем. А вот такой сиреноголовый, как вам? Псих. Ледяной. Айс. Водяной. Ай, блин. Так, а мы пока он там ходит, всех мочит, мы оружку себе классную возьмем. Так, гранатомет. Кого мы еще не брали? Димас. А оружие с VGBase можно использовать? Да. О! Так, погнали. Да блин, ну он опять меня схватил. Где он? Этот чили-пиздрик. Я бегу к нему, наказывай. Наказыватель 2.1 приближается. Мне кажется, с пистолетиками это я муху глажу. Давай, РПГ! Ух, смотри, как хватает наших лихо. Давай, заряжайся. Приближаемся. Ох, он наших там фигачит. Красиво ракета летит. Такой звук дает шипение. А, прощайте. А, фигушки, я буду текать до последнего. Он не за мной, кстати, агрится. Это хорошо. Ой, я сюда встану. Давайте проверим, поймает он это вот или нет. Так, стоим здесь. Блин, ушел, подлец. Он меня караулит у выхода из школы. Так, идемте. Если он к нам не идет, мы к нему придем. Сережка! Видимо, в этой серии больше всех умер. Да ну нафиг, я бегу! На песочницу надо бежать, срочно.
Димас, мне кажется, мы с ним не справимся, он какой-то мощный. Не-не, справимся, тут это кажется. Ой, ракета красиво летит. Ну, я бегу к вам. Давай, мы возле песочницы нагибаем его. Сережка, ну что ты? Мне кажется, он тебе откусил голову и выбрасывает. Вот как надо убивать сиреноголовых, ребята. Все легко и просто. Ну что, готовы к боссу? Давай. На. Всегда готовы. У нас сегодня босс очень странный, головожоп. Димас, отойди, ракета. Убегаю. Ух. Это чумной доктор, когда пицца не поет. Оно меня убьет? О, он дома уже нормально. Головожоп, и да вали от меня. На. На тебе, на. Спасибо за совет. Что мы его... Димас, он меня в песочнице. Он ты пыхается, смотри, как хватает. Эй, ты меня что ли хочешь убить? Да ну нафиг, а ну. Вот тебе босс. Он ты пыхается, вот это босс классный, спасибо за совет. Безопасная песочница теперь не поможет, да? Да-да-да. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Да ну что ж ты? Да, мне кажется, с тем оружием никогда не убьет. Придется только миниган брать. Это самое Димас, лучшее оружие. Я нашел его слабость. Надо кружить. О, давайте оружие, свободный выбор. Я беру Serious M2. О, давай, мама. Тваринка! Я всех мочу, извините, я не хотел, но я его убил. Щенок вонючий. Вот так будет с каждым. Серега, мы сделаем эпический взрыв? Да, я сейчас делаю уже. Сейчас. Подожди, я поставлю мощного сиреноголового, который мы все равно не убьем в этой серии. Сейчас я сделаю, чтобы он нас игнорировал, и мы его взорвем. Даже, наверное, не можно его заморозить, попробую? Попробуй. Ну-ка. Они не замораживаются, представляешь? Все, капец. Я ставлю бомбу. Давай, Серега. А я поставил 5 сиреноголовых. Давай проверим, сможешь ты убить их или нет. Все, 3, 2, 1. Бабах. Не, Серега, не смог. Ого. Это пак их не берет, Сережка. Надо другой пак. Две бомбы. Хорошо, есть бомба, которая им будет не по барабану. Хотите, я вам покажу? Сейчас только у меня этот мой глаз пойдет. Давай я. Нет, Грейнвич бомбы надо. Вот, которые их бомбы убивают. Грейнвич их мочит. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.